Более 30 миллионов человек в России ежегодно болеют ОРВИ и гриппом. Взрослый человек в среднем переносит от 2 до 4 простуд в течение года. Ребенок болеет от 6 до 9 раз. ОРВИ в некоторых случаях может привести к летальному исходу. Кроме того, острые вирусные инфекции провоцируют около 80% случаев обострения бронхиальной астмы. Пик заболеваемости респираторными вирусными инфекциями наблюдается с сентября по май. Главный способ профилактики – здоровый образ жизни. То есть ребенок должен быть хорошо накормлен, хорошо одет и гулять достаточное количество времени. А не так, что он бедный в одних кроссовках, голодный, холодный, из школы побежал к репетитору и домой. И покушал, получается, утром в 7 утра и вечером в 7 вечера. Такие детки очень частые наши гости. Важная составляющая профилактики – правильный подбор одежды. Ребенка легче перегреть, чем заморозить. Раньше основной принцип одевания малыша звучал так – одевайте как себя, плюс еще один слой. Поэтому дети, укутанные как капуста, могли с трудом пошевелиться. Ребенок движется, особенно маленький ребенок. Вы, например, двухлетку себе представляете, такой идет укутанный в валенке с ушанкой и тут еще шарф намотанный. Вот он пока идет, он выполняет работу, сравнимую, как мы с вами в тренажерный зал сходим. Он внутри уже весь мокрый. И, соответственно, вы приходите домой, дверь немножко приоткрываете, снимаете с него всю одежду, а он мокрый. И тут его сквознячок накрыл. Все, соответственно, завтра у вас будут сопли. Поэтому, мама, мы обычно как говорим? Вы одеваетесь как себя. То есть вы же на себя шарф не будете ушанку наматывать. Помимо ОРВИ в это время циркулируют вирусы гриппа. Лучшая защита от них – вакцинация. Лучше всего сделать прививку до наступления эпидсезона. В начале осени детей вакцинировали централизованно в школах и детских садах. Сейчас на прививку нужно записаться через портал пациента. Вакцинация от гриппа защищает только от гриппа. Но если вспышку ОРВИ есть проголоски гриппа, эти детки отметаются, то есть уже 20% меньше. А так, да, вакцинируйтесь, пожалуйста. Сезонный подъем ОРВИ продолжается в Нижегородской области. С 13 по 19 ноября зарегистрировано более 19 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций.